Приветствую вас, советую действительно интересный канал. Там вы увидите вкусные рецепты, различные опыты, подделки своими руками и полезные лайфхаки. Все это в высоком качестве и с интересной подачей. Заходи и подписывайся, ссылочка будет в описании. Говорят, что в 21 веке нет места доброте. Сегодня мы убедимся, что это лишь ложный стереотип. Представляю вашему вниманию 10 добрых поступков, которые откроют вам глаза на современный мир. Поехали! Уэсли Отри, лежа на рельсах, спас человека. Мужчина спас парня, упавшего на рельсы. Строитель по профессии, ветеран военно-морского флота, за доли секунды принял решение, которое сохранило жизнь молодому Кэмерону. Отри прыгнул на рельсы, когда поезд уже подъезжал на станцию. Он прикрыл парня своим телом, уложив его между рельс. Мужчину провозгласили героем, но сам он сказал, что не сделал ничего особенного. Волшебный поцелуй. Официантка Лю Венгсю вернула 16-летнему парню веру в жизнь, поцеловав его. Сама девушка, так же как и молодой человек, когда-то хотела покончить с собой. Рассказав ему свою историю и продемонстрировав старый шрам от бритвы, Лю все же убедила парня, что все изменится. Холодная погода не беда, когда есть бесплатная чашечка горячего напитка. Тюменцам морозы не страшны, ведь тамошные владельцы магазинов заботятся о своих клиентах. Стирка против безработицы. Химчистка предлагает бесплатно постирать вещи бездомных для собеседования. Дабы уменьшить процент безработицы, они сделали объявление. Если вы безработный и вам нужна чистая одежда на собеседование, мы постираем ее бесплатно. Подросток Темербокс со своим другом не стали дожидаться действия полиции и самостоятельно решили найти 5-летнюю девочку, которую похитил неизвестный. Увидев девочку в проезжающей машине, парни на велосипедах бросились ее догонять. Их настойчивость привела к тому, что преступник сдался и выпустил девочку. Дождь доброте не помеха. Официант ресторана Вендис взял зонтик со столика, чтобы довести пожилого мужчину до машины в сильный дождь. Холод против человечности. Бездомный укутал свою собаку вместо того, чтобы согреться самому. А вот работники службы помойки окон в городе Мемфисе нарядились супергероями, чтобы поднять настроение деткам в больнице. Счастливая принцесса. Охранник в парке «Волшебное королевство» знает, как сделать ребенка счастливым. Как только девочка вошла в парк, он назвал ее принцессой и попросил автограф. Она еще долго не могла нарадоваться, что ее восприняли за настоящую принцессу. Кассир в Новой Зеландии заплатила за пожилую даму. Терминал не хотел принимать карточку женщины. Тогда кассир, дабы не злить очередь, сама заплатила за пожилую даму. На этом все, друзья, давайте будем добрее. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я готов выпустить еще одну часть такого видео. Хорошего настроения и до встречи!